Атмосфера замечательная. Вообще все настолько по-дружески, как будто я старых друзей встретил. Интересно очень слушать людей такого уровня, которые работают в research лабораториях таких компаний, как Facebook, Mail.ru. Там был доклад, ну, про нейронные сети, о том, что были разные слои, и там на первом слое мы видим какие-то одни детали, второй слой, третий слой, четвертый слой. И я понимаю, что вот мы где-то работаем на уровне пятого слоя, вот наша точность. Вот. А есть машины, которые уходят гораздо дальше, и они, ну, короче, все, терминатор победил. Да, мне на самом деле очень нравится здесь атмосфера, здесь приехало достаточно много людей, все общаются, все задают друг другу вопросы. Были вопросы, и часто, знаете, самый интересный вопрос возникает, когда говорят, ну ладно, еще давайте последний один вопрос. Да, последний, потом еще один последний, еще последний. Очень круто, на самом деле, очень круто, организаторы прямо постарались и сделали все возможное, чтобы все прошло успешно. Я в шоке. Вот такая реакция у меня на первый доклад. У меня просто нет слов, но ты сама все видела. То есть там были лица сгенерированные, понимаешь? Там было предсказание того, как люди надувают трубы. Это все разрывает мозг. У нас получилось привести очень хороших спикеров, поэтому эта тема нам очень близка, и, ну, получилось достаточно естественно для нас.